Эй, ты, утка, дырявая губка! Сама ты, утка, дырявая губка! Слышишь ты, иди отсюда нафиг, это мое озеро! Пошла ты сама нафиг, это общее озеро! Снова ты утками играешься? Нет, я просто их от пыли протирал. Да-да-да, знаю, как ты их от пыли протираешь. Снова ими играешься. Ладно, маменькин сыночек. Я уезжаю, буду вечером. Пока, курица. Пока, курица. Уточки мои маленькие, почему она постоянно к нам пристает? Я вытер ноги, вытер руки, вытер уточек и пошел в комнату. Помогите, помогите на длине, нужна помощь, помощь нужна на длине. На, получай, получайте. Так, что-то я совсем проголодался. Нужно сходить покушать. Хорошенький мой. Сейчас пойдем покушаем. Я пошел на кухню, открыл холодильник. Так, что тут у нас? Одно яйцо. Испорченный сыр. Пусто. И тут пусто. Ну пипец, осталось одно яйцо, испорченный сыр и пепси уже закончилось. Что же я буду кушать, если ничего нет? И сестра только вечером придет, да я до вечера с голоду умру. Я пошел, сел за комп, зашел на YouTube и начал писать, как приготовить еду, если ничего нет. Кому хочется срочно покушать и кто любит покушать и быстро покушать, за 1.5-2 минуты приготовить что-то, я вам сейчас покажу, расскажу. Значит, я беру сковородочку, наливаю сюда, так это, ну не очень много, но не так вот, чтобы покрыло масло, это подсолнечного, и ставлю на горячее воду. Какая сковородочка? Ну да, спасибо, я еще масло подсолнечное не ел. Я включил второе видео, где мужик начал рассказывать, как съесть червяка. Фе, мерзость! Я включил третье видео с веселой песенкой. Если хочешь кушать, брат, приходи в мой шаурма. Если ты голодный, ман, приходи в мой шаурма. Если хочешь кушать, брат, приходи в мой шаурма. Если ты голодный, ман, приходи в мой шаурма. Шаурма, шаурма, самый лучший в мире еда. Шаурма, шаурма, приходи. Точно, сделаю шаурму. Тем более, это быстро и недорого. Я открыл Google и написал, как сделать шаурму. Я зашел на сайт и начал выписывать рецепт для шаурмы. Так, один лаваш, филе, капуста. Отлично! Осталось сходить в магазин и все купить. 150, 100 баксов. Да тут денег хватит, чтобы полмагазина купить. Не то что шаурму. Я обулся, взял пакет, вышел на улицу и пошел в магазин. Так, лаваш есть, капуста есть, помидоры есть. По-моему, все купил. Я вышел с магазина, пошел домой. Ну что, приступим? Шаурма в моей жизни. Пусть пока готовится, а я пойду гляну. Так, шаурма должна быть уже готова. Можно идти кушать. Какой же я голодный. О, привет, брат. Привет. Прикинь, сегодня целый день ничего не ела. Кстати, откуда у нас такая вкусная шаурма?
Короче говоря, приготовил покушать. Стой, не выключай видео, ведь в нем спрятаны две пасхалки в виде бананов. Если ты подпишешься на канал, поставишь ролику лайк, а в комментариях напишешь время, на котором спрятаны бананы, то станешь участником розыгрыша любого набора стикеров ВКонтакте. Победителя я объявлю в следующем видео. Пока. Но в предыдущем видео пасхалки были спрятаны на первой минуте и второй секунде, а вторая пасхалка на третьей минуте и второй секунде. Но победителем становится мистер Хлебушек. Поздравляю! Ну что, давай выпьем? Давай, это будет самый лучший Новый год в жизни! Короче говоря, новогодний пипец! Сегодня я проснулся от того, что кто-то устроил вечеринку в 7 утра. Ну капец, воскресенье, Новый год на носу, а мне не дают нормально поспать. Я встал, хотел умыться, как вдруг я понял, что звуки доносятся из комнаты сестры. Сестра! Сестра! Ты чё офигела? Чё поспать мне не даёшь? Потому что Новый год на носу! Давай помогай мне, лентяй! Почему я должна одна ёлку наряжать? Вообще-то, ещё 4 дня до Нового года. Ты бы ещё салаты начала готовить. Вообще-то, я уже 3 салата сделала и курочку запекла. Ты что, побоялась, что курица улетит из морозилки? Вот, держи коробку с игрушками. Вторая половина ёлки твоя. А я пошла за подарком для подруги. Хорошо, давай сюда свою коробку. Ты точно игрушки туда засунула или утюг на елку вешать собралась? Ой, точно! Что непонятно? Делала уборку, все положила в коробку. Ты бы еще Мурчика туда засунула. Все, не умничай, давай наряжай елку, а то Деду Морозу будет некуда подарки положить. Дед Мороз все-таки существует? Я так и знал. Все, я ушла за подарком. За моим? Твой подарок у Деда Мороза, раз ты в него веришь. Все, я ушла. Конечно не верю, я же уже взрослый. Я нарядил свою половину елки. Может не так хорошо, как сестра, но и так сойдет. До Нового года еще куча времени, потом нормально наряжу. Да и дома же никто не будет отмечать. Сестра к подруге собралась. Надеюсь, что она меня отпустит к моей девушке Маше и ее друзьям. Правда, я еще не говорил об этом сестре. А может написать письмо Деду Морозу, как в прошлом году? Уважаемый Дедушка Мороз, хочу, чтобы у меня появилась настоящая девушка, а не та, что в компьютерных играх. С Новым годом! Паша! Вот так я и познакомился с Машей. Если он существует, нужно тогда еще что-то попросить. Хоть Новый год уже наступил, хочу к Маше. О, а вот как раз и она звонит. Приветик! Приветик! Паш, у меня хорошие новости. Родители отпустили меня праздновать Новый год с тобой. Ура! Это суперская новость! А тебя сестра отпустила? Вот отлично! Ну все, я тогда побежала выбирать новогодний наряд. О, ты уже пришла? Ну что, нарядил елку? Конечно! Что там ее наряжать? Тогда отнеси этот пакетик в мою комнату, а я пока нам обед разогрею. Хорошо, давай. Мурчик, будешь салатик? Брат, это был салат на Новый год! Так я думал, это обед. И вообще, я только попробовал. Ты полмиски попробовал. Новый год скоро, от тебя никакого толка. На, иди хоть цветы полей. Ты когда их последний раз поливал? Я их вообще никогда не поливал. Ну вот иди и полей. Когда они уже засохнут? Ты что делаешь? Вытираю воду тряпкой. Ты что, не видишь? Это подарок. Футболку, которую я купила на Новый год своей подруге Алине. Ты что наделал? Тю, я что, знал, что это был подарок? Сейчас же ее подтирай и положи в пакет. Я ухожу в магазин. Теперь мне нужно сделать новый салат и купить новый подарок. Молодец! Дорогой дедушка Мороз, это снова Паша. Сделай так, чтобы моя сестра отпустила меня к Маше. Перед год был послушным мальчиком. Ты зачем разлил чай на ковер?
Майор, ты почему получил двойку за семестр по математике? Снова ты заляпал куртку, которую я только постирала. Ну почти. А это еще кого принесло? О, привет, бро. Мне как раз нужна твоя помощь. Привет. Я тоже пришел, чтобы с тобой посоветоваться. Заходи давай. Как дела? Нормально. Слушай, ты можешь сказать сестре, что на Новый год я буду у вас дома? Паш, я как раз хотел тебе сказать, что мы будем отмечать Новый год всей семьей. Приедут все бабушки и дедушки. Круто. Скажи ей, что я буду с вами. Я сегодня видел твою сестру и уже все рассказал ей, что ты празднуешь не у меня. Прости, видимо, я протупил. Ну блин, я же еще месяц назад сказал сестре, что буду у тебя. Ну так получилось, прости. Паш, помоги выбрать подарки родителям. Я хочу, чтобы это был лучший семейный Новый год. Ладно, идем пошаримся по торговому центру, как раз что-то выберем. И дома не придется ничего делать. Мы с Ростиком оделись, вышли на улицу и пошли в супермаркет. Когда мы подходили к магазину, нам навстречу шла какая-то девчонка, которую я нечаянно зацепил. Аккуратнее, смотри, куда идешь. Извини, я нечаянно. За нечаянно бьют больно в глаз. Ты что, меня бить собралась? Нет, конечно, я мальчиков не бью. Меня Соня зовут. А меня Паша. А это мой друг Ростик. Приятно познакомиться. И нам. А куда вы идете? Мы идем в супермаркет за подарками. Понятно. А что ты такое грустная? Просто у меня есть одна большая мечта. И о чем же ты мечтаешь? В общем, у меня есть канал на Ютубе, и к Новому году я хочу набрать 100 тысяч подписчиков. Правда? Прикольно! У меня тоже есть свой канал. Соня, а как твой канал называется? Биг Бум, вот он. А ну, дай посмотреть. Ничего себе! Так у тебя уже 40 тысяч подписчиков. Ребята, давайте поможем Соне набрать к Новому году 100 тысяч подписчиков. Ссылку на ее канал я оставлю в описании. Осуществим ее мечту! Паша, спасибо тебе большое! С наступающим! Пока! Пока! Прикольная эта девчонка, Соня. Ага, надо будет домой зайти, на ее канал подписаться. И мне. Ладно, погнали быстрее за подарками. Спустя 2 часа мы с Ростиком купили крутые подарки его родителям. А я купил Маше духи. Потом мы попрощались, и я пошел домой. Настроение было супер, пока я не встретил сестру. О, ты уже пришел? Сейчас проверю, как ты сделал домашние дела. Ну, сестра, я же помогал Ростику выбирать подарки. А это что у тебя в пакете? А, это я подарок твоей подруге купил, чтобы ты не злилась. Паша, ты точно будешь Новый год у Ростика отмечать? Конечно, он разве тебе не сказал? Вот именно, он сказал, что первый раз такое слышит, а ты мне врешь. Домашние дела ты не сделал и собрался к своей Маше, значит будешь наказан. Никакого праздника, на Новый год остаешься дома. Я что, под домашним арестом? Надо же, какой ты догадливый. Подожди, а как ты узнала про Машу? Неважно. Но об этом знали только Маша и Дед Мороз. Ты что, читала мое письмо Деду Морозу? Каждый год читаю. Что? Все? А как ты думаешь, откуда под елкой появлялись подарки, которые ты хотел? Их же приносил Дед Мороз. Паша, это я твой Дед Мороз. Ты мне врешь. Ты не могла мне столько всего дарить. Наушники, колонка, приставка. Блин, так это все ты? Ну подожди, а как же Маша? Я же хотел, чтобы у меня была девушка в прошлом году. Я об этом писал в письме. Ну, как тебе сказать? Это наша новая соседка Маша. Я пригласила ее на чай. Она будет с тобой в одном классе учиться. Приятно познакомиться. Я тут конфеты чая принесла. И Пепси, угощайся. Так это ты все подстроила. Чем ты недоволен? У тебя теперь появилась девушка. Маша, хорошая девочка, отличница, в отличие от тебя. Она хоть уроки тебя делать заставляет. Так вот оно что! Ты захотела, чтобы кто-то другой заставлял меня делать уроки? Так, все, ты наказан! Духи давай сюда! Подарю подруге, раз уж ты так старался для нее! А сейчас буду идти встречать Новый год! Мне пора! В комнате и пытался придумать, как мне выбраться, но услышал, как сестра собирается. Я вышел из комнаты, но увидел только закрывающуюся входную дверь. К
Капец, уже почти ночь, а у меня даже нет ключей. Как я теперь выйду из дома? Алло. Паш, ну что там, я жду, ты идешь? Тут такое дело, я немножко задержусь. Ну пипец, нужно позвонить Ростику. Привет, Паша, ты уже с Машей? Кажется, миссия провалилась. Извини, плохо слышно тебя, папа приехал, мы уже за столом сидим. Так, а что ты хотел? Ничего, бро, отмечай, просто хотел пожелать тебе веселого Нового года. Спасибо, Паша, и тебе того же. Завтра зайду к вам в гости с подарками. Хорошо, до завтра. Ну вот, сестра у подруги, Ростик с родителями, Маша с друзьями, а я, вместо того, чтобы быть сейчас девушкой моей мечты, один Новый год отмечать буду. Точнее, мы вдвоем. Да, Мурчик? Неужели сестра вернулась? Маша? Ты что тут делаешь? Я открыл тебя ключ от моей квартиры. А меня к тебе Дед Мороз прислал. Что? Мама ходила проверять почту и достала в почтовом ящике конверт. Там было написано «Маша от Деда Мороза», а внутри лежал ключ. На конверте был написан номер твоей квартиры. Вот я и подумала, что ты устроил мне сюрприз. Я же говорил, что Дед Мороз существует, и мы даже знакомы. И как он выглядит? А это не он, а она. Самая лучшая сестра на свете. В смысле? Неважно, идем к столу. Как делишки? Супер, это мой лучший Новый год в жизни. Ой, Паш, а что это за подарочный пакет? Это что, мой подарок? Еще рано открывать подарки, Новый год же еще не наступил. Ну раз я его увидела, то хочу открыть сейчас, мне же интересно. Какая классная футболка, еще и моего любимого цвета. Ты запомнил? Конечно, запомнил. Паша, а почему здесь написано имя Алина? Упс. Ты что, встречаешься еще с какой-то Алиной? Нет, просто эту футболку шили на заказ. Наверное, имя перепутали в предновогодней суете. О, с Новым годом тебя, Маша. Короче говоря, новогодний пипец. Ребята, если вам понравилось это видео, ставь лайк, подписывайся на канал и пиши в комментариях, какие планы у тебя в новом году. Ну а на сегодня все, с Новым годом! No escaping detention in the halls. 99 seconds. Detention for you. Your parents will know about this.
no escaping detention in the hall. Detention for no escaping detention in the hall. 99 seconds. Detention for you. Don't make me do this again. Seconds. Detention for you. When will you learn? Seconds. Detention for you. Don't make me do this again. No escaping detention in the halls. 99 seconds. Detention for you. No escaping detention in the halls.
escaping detention in the hall. 99 seconds, no escaping detention in the hall. Fun? Well, there's more fun to be had in Baldi's Basics Plots! Welcome to Baldi's Basics in Education and Learning. That's me! Sweep, sweep, sweep! No running in the hall. I see you, friend. Seconds. Detention. No escaping detention in the hall. Looks like it's sweeping out of sweep, sweep, sweep! Friend. I see you, friend. I am.
Incoming ready order, here I come. Incoming ready order, here I come. 20 seconds. Detention for you. I will fight this again. I am coming, ready or not, here I come. I ain't no one. You know. That makes me dead. I don't like that. I am. Ain't no. No drinking drinks in the halls. I am coming, ready or not, here I come. Let's play. No, I see you, friend. Will you marry me? Seconds. Detention for you. Your parents will hear about this one. Will you marry me? I see you. Looks like it's sweeping time. School faculty only rooms. Gotta in the hall. Sweep, sweep, sweep. Gotta sweep, sweep, sweep. Gotta sweep, sweep, sweep. Gotta sweep, sweep, sweep! 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 I am coming, ready or not. I'll take it. Sweep, sweep, sweep! Play with someone! Sweep, sweep, sweep! Sweep, sweep, sweep! Sweep, sweep, sweep! Play with someone! Вы что, глухие? Или специально делаете вид, что меня не слышите? Ау! Я с кем разговариваю?
Короче говоря, игра в молчанку. Сегодня была пятница, 24 декабря. Я вернулся из школы и собирался пошпилить на компе. День был ужасный. Математичка заставила меня переписывать контрольную 3 раза. Паша, ты чё расселся? Сестра, ну блин, я только что пришел домой. И что? Я вообще за день ни разу не присела. Ну так садись. Тебе что, кто-то запрещает? Ну да. А кто обед приготовит? А кто пропылесосит? Мурчик, что ли? Сестра, ну не каждый же день пылесосить. Ну так не надо есть чипсы над ковром каждый день. Сестра, мне вообще-то много уроков задали, поэтому если ты не против, не могла ли бы ты потом как-то продолжить наше увлекательное общение? Ты что, офигел вообще? Я вообще-то еще не договорила. Да ты никогда не договоришь. Наушники хоть как-то спасают от твоего бесконечного нытья. Да я вообще мало разговариваю. А чего это ты смеешься? Я ничего смешного не сказала. Ну даже наша математичка меньше, чем ты, говорит. Хотя у нее рот не закрывается. Ах так? Да я вообще могу молчать. Да ты даже 5 минут не продержишься. А вот и нет. А вот и да. А я говорю нет. Спорим, ты не сможешь промолчать весь день. Спорим. Но ты проиграешь. Это будет легкая победа. Ну что ж, игра начинается. Мы с сестрой молчали уже 20 минут, хотя я был уверен, что она проиграет раньше. Мне пришлось останавливать себя, чтобы не комментировать игру. И я решил помочь сестре проиграть, нужно было только разговорить ее. Сестра боится щекотки, и я решил использовать это оружие против нее и стал ее щекотать. Но что-то пошло не так, и сестра использовала запрещенный прием против меня. Она ударила меня половником. Было так больно, что я чуть не описался от боли, но мне пришлось молчать. Я понял, что на кухне бесить сестру не нужно. Там слишком много предметов, которыми можно получить по голове. Сестра только недавно пропылесосила ковер, но мне он показался слишком чистым. Я решил не бесить сестру еще больше, а то вдруг без обеда останусь. Ну хоть покушаю сейчас, только нужно пропылесосить сначала. Спустя 10 минут я пропылесосил и пошел обедать. Суп оказался пересолен. Походу сестра тоже решила заставить меня говорить. Хорошо, что в холодильнике у меня осталась баночка холодной пепси. Сестра опять украла мою идею. Вообще-то это я собирался насыпать соль в ее тарелку. Но ничего, я придумаю, как ей это сделать. Чтобы победить в споре, мы с сестрой развернули войну. Я подумал, что нужно поперчить еду, которую готовит сестра, и экономить перец не стал. Но сестра ударила меня лопаткой по голове, и это было больно. Я пошел жаловаться своему котику Мурчику. Слава богу, он меня понимает без слов. Сестра поняла, что я могу молчать сколько угодно, и она использовала еще один запрещенный прием. Когда я хотел выйти из комнаты, сестра решила, что следующий ход за ней, и начала брызгать в меня с водяного пистолета, но это была неудачная попытка. Сестра додумалась облить меня холодной водой зимой. Вот если заболею, сама будет сроков меня отпрашивать. Я пошел в комнату, чтобы проучить сестру, но увидел ее стоящей на табуретке с молотком. И вы представляете, что она сейчас сделает? Да, да, представляете, она это сделала. Она уронила молоток прямо мне на ногу, и это уже слишком. Я уже даже подумал, что не так и плохо, что у меня ушиб ноги. Теперь можно будет свалить с физры и не сдавать дурацкие нормативы. Но сестра нарушила правила игры и решила издеваться надо мной без перерыва, потому что я не смогу ее догнать. Я уже хотел предложить сестре ничью, но после такого решил, что этого так не осталось. Я незаметно подкрался в комнату сестры. Ее в комнате не было, но на диване лежал телефон. И ей звонили с работы. Я взял трубку и включил громко телевизор. Я надеялся, что сестра не выдержит и заговорит. Но нифига, она не сдавалась. Ну и пошла сестра нафиг. Лучше пойду поиграю в свою любимую игру. Тебе тоже нравится Brawl Stars? Но хочешь что-то подинамичнее, быстрее и с кучей адреналина? Хочешь уворачиваться от пуль как в Матрице? Тогда новая мобильная игра Head Battle для тебя. Быстрые 2-минутные бои в разных режимах в командах 4-4. Новый 2D-шутер для тебя. Летай на реактивных ранцах и уничтожай противников. Забивай голы, захватывай флаги из золота. Скоро появятся новые режимы Королевская битва, охота и гонка. Забивай голы, уклоняйся от пуль как Нео в Матрице. Для атаки издалека используй снайпера. Захватывай золото, захвати флаг вражеской команды. Играй в команде с друзьями, побеждай и зарабатывай кубки. Выбирай и прокачивай бойца. У каждого
свои уникальные оружия и скины. А также участвуй в розыгрыше. Скин бесплатно всем, кто наберет 50 кубков и напишет свой ник из игры в коммент к видео. И по 3000 рублей случайным людям из тех, кто набрал 50 кубков и написал свой ник в комментах к видео. Ссылку на игру я оставлю в описании к видео. Я собирался до конца дня шпилить в Head Battle. Все равно сестра не сможет мне запретить, но я услышал шорохи в коридоре. Так и знал, что сестра надумает сбежать. Если сестра решила, что на улице ей будет легче выиграть спор, то она сильно ошибается. В кроссовках ее ждет сюрприз. Хорошо, что я заранее его туда положил. Вижу, сестре понравился мой подарочек. Прошел час, я играл на компе и думал, что сестра уже забыла о споре, но месть сестры не заставила себя ждать. Ну блин, всю катку мне слило. Только я включил комп и снова хотел поиграть на компе, как сестра опять начала напрягать меня с домашним заданием. Походу, сестра знает миллион способов, как заставить меня делать уроки даже без слов. Но у меня был готов ответ. Нет. Я продолжил играть на компе еще 2 часа, но понял, что очень проголодался. Надеюсь, сестра меня покормит. Я пошел в кухню. Хотел показать сестре свою записку, но сестры в кухне не было. Я проверил кастрюли и сковородку, но везде было пусто. Но не могла же сестра ничего не приготовить, кроме той яичницы, в которую я насыпал перца. В общем, сестра решила морить меня голодом. Наверное, думает, что я сдамся. Но не тут-то было. Сам приготовлю себе обед. Я собирался пожарить яичницу и нашел в холодильнике последнее яйцо. Сестра даже за продуктами не сходила. Но я решил не унывать и стал жарить одно яичко. Но сестра все испортила. Я реально чуть не закричал. Сестра совсем офигела. Насыпала перца на последнее яйцо и оставила меня без обеда. Пришлось есть яйцо с перцем. А теперь пусть сестра не ждет пощады. Но пока придумаю план мести, я решил посмотреть телек. Но сестра решила заставить меня помыть посуду. Ага, так сразу я и пошел. Ну вот так бы и сразу. Эта сестра такая непонятливая. Неужели не ясно, что она не стеклянная? Стала тут перед телеком. Сестра вернулась назад что-то слишком быстро. И походу она совсем с ума сошла. Что за фигня? Зачем бросаться в меня посудой? Нужно и мне срочно придумать ответный ход. Сестра поняла, что я могу молчать сколько угодно и использовать еще один запрещенный прием. Я понял, что сестра не собирается открывать дверь. Пришлось идти самому. Маша, привет. А твоя сестра написала смс моей маме. Она сказала, что ты зовешь меня в гости. Мне пришлось прогнать Ростика. Не мог же я проиграть спор. А сестра оказалась хитрее, чем я думал. Надеюсь, она не позвонила Ярику. А то я так всех друзей растеряю. Ну уж нет, сестра надо мной издевается, а я еще мусор выносить должен. Мы с сестрой решили переписываться, чтобы быстрее договориться. Мы с сестрой договорились, что я вынесу мусор, а она сходит в магазин за продуктами. Но чтобы не проиграть спор, нам придется притвориться немыми. Вот только мы забыли, что можем встретить кого-то из друзей или соседей. Они же не поверят, что мы стали немыми. Видно, нам придется до завтра сидеть голодными. В магазин идти нельзя. Хорошо, что сестра не забыла про спор и хотя бы фильм не комментирует. День почти закончился, но никто так из нас и не выиграл спор. Мы с сестрой молча смотрели телевизор. Никто не спрашивал, где пульт, поэтому пришлось смотреть эту ерунду. Но внезапно в дверь кто-то постучал. Откройте, это полиция, у вашей соседки пропал код. Ну и чего так долго открываем? Я что тут, до утра должен под дверью торчать? Ладно, перейдем к делу. Может, вы видели рыжего кота? А ты, мальчик, видел? Friend. А словами вы сказать можете? А, я понял, вы не мые. Ну тогда ладно, пойду спрошу в других квартирах. Так вот же пропавший рыжий кот. А я думал, в полицию не берут слепых и дальтоников. Мурчик же не рыжий, но полицейский был настроен решительно. Ну, раз кот нашелся, пойду отдам его хозяйке. А вам придется объясниться, почему вы украли и удерживали в квартире чужого кота. Я не мог допустить, чтобы полицейский унес Мурчика. Паша, ты что, сдурел? Нас же арестуют. Полицейский сейчас унесет Мурчика, а он же не рыжий. Так скажи ему, что это наш кот. Сама скажи. Я не буду разговаривать, я не хочу проиграть спор. Так мы уже разговариваем. Это потому, что ты не можешь не спорить. Так это же ты начала спорить. Блин, да ты даже без слов меня напрягаешь. А ты бесишь меня, даже когда молчишь. Ах так? Да, так. И ты виновата, что Мурчика забирают. Так это же ты меня заставила открыть дверь. Лучше бы сделали вид, что нас нет дома. Нас бы тогда точно арестовали.
Упс, спалились. Так значит, вы обманули сотрудника полиции? Мы не специально. Тогда я не специально вас арестую. Но мы больше не будем. Конечно, не будете. Вы же сядете за решетку. И там точно будете молчать. Короче говоря, игра в молчанку. Ребята, большое вам спасибо за просмотр видео. Мы очень старались. Sweep, sweep, sweep! Gotta sweep, sweep, sweep! Gotta sweep, sweep, sweep! Gotta sweep, sweep, sweep! Gotta sweep, sweep, sweep! Ninety-9 seconds. Detention for you. Don't make no escape. Ninety-9 seconds. Detention for you. Basics in education and learning. That's me. Oh, hi. Welcome. Congratulations! Problem 1. Welcome to Baldi's Basics in Education and Learning. That's me. Yeah.
Congratulations! Welcome. You found all 7 notebooks! Now all you need to do is... find a way out before I catch you! Looks like you could use some help. Let's see. Oh, I know. In a subtraction problem. When the first number is smaller than the second number, the answer will be negative. This will surely help you do better next time. Now get on out there. I know you can get a better grade. Welcome. Thanks for playing. Come back